Один из некогда успешных торговых центров Рязани сегодня на первых строчках информационных лент. Причина проста. Вот эта эстакада с момента постройки, похоже, никогда не ремонтировалась. И сегодня рухнула на проезжую часть. В пабликах нашего города новость об обрушении эстакады распространилась мгновенно. К перекрестку на Московском шоссе срочно выдвинулись бригады от дирекции благоустройства. До недавнего времени на возвышенности над дорогой находилась парковка для посетителей. Сейчас там сигнальные ленты, которыми ограничили движение. Торговый центр «Полсинаут» был открыт в 1998 году на месте старого кожзавода. Сейчас, если судить по информации на сайте торгового центра, в его помещениях располагаются арендаторы. Кому принадлежит конкретно этот участок парковки, выяснит администрация города. На данный момент движение по участку «Заводской проезд» перекрыто. Свободна лишь одна полоса, остальное обнесено бетонными блоками. О целостности сооружений пока говорить рано. Результаты экспертизы покажут. Вывоз и разбор обрушенной части эстакады продолжается. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».